30 сентября с утра в городе Пицунда, в селе Лдза и поселке Бзыпта состоялись церемонии возложения цветов у памятника погибшим воинам. Прошли акции «Бессмертный полк», а к вечеру – праздничные концерты. Шашу палахинца зацбалась, мчила, доухала, махжала, бджарлы пшерхон шарах джинч, я на мозге хрупхара шачалон, шас патапалах хорстанч, а я шас уяхэта, я шас, Затхаш за нишетро. Толан был вас, я нахатвас, Хадгилзик цешленах гос, А хатя, агумша бахатя, Ихдерван шаш хазах шаргос, Шазык шгылык хейлатан, Измадезх тачуха был рад. Хашуч пьяна млакрача, Лапшай шхазмадес пара. На яшес уяфы, та яшес, Ам там уж так халан шато. Жим яшех пыльдерван зен яшес, А хазет шаш цанишет ро. Уважаемые ветераны, уважаемые семьи погибших, уважаемые участники митинга, поздравляю всех с праздником, с 25-й годовщиной Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. Желаю всем мира и процветания, здоровья и благополучия. 25 лет отделяет нас от 30 сентября 1993 года, когда на государственной границе по реке Ингур наши воины водрузили победное знамя. Время неумолимо бежит вперед. С каждым годом все более отделяет оно нас от страшных дней войны. Следуя историческим традициям, на защиту своей родины встали сотни и тысячи достойных сынов и дочерей абхазского народа. И в этой войне рядом с нами, плечом к плечу, встали многие добровольцы из братских республик Северного Кавказа. Честь и слава вам, матерям! Честь и слава погибшим воинам, чьи имена вписаны в историю Отечественной войны народа Абхазии золотыми буквами. Наш долг — помнить и чтить их память. Огромное спасибо воинам-ветеранам, благодаря которых древняя земля Апсны снова расцветает, рождаются и растут дети, жизнь продолжается. И за это низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, всем, кто одержал историческую победу. С праздником, с Днем Победы!